14 килограммов красной икры изъяли сотрудники полиции у жителей Нарьян-Мара. Они сбывали ценный товар без документов, подтверждающих безопасность продукта. По предварительной информации, икра лососевых пород была завезена из Санкт-Петербурга. Для проведения экспертиз по выявлению вредных и опасных для потребителей веществ изъятая икра направлена в Центр гигиены и эпидемиологии Ненецкого автономного округа. Если будет установлено, что в икре есть опасные примеси либо вредные вещества, которые могут быть опасны для здоровья и жизни граждан, задержанных ждет уголовная ответственность по статье 238. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 10 лет.